Всем привет, друзья! Ну, я с самого утра, знаете, чем решила заняться. Вчера были на ярмарке. Купила килограмм лимонов. Хочу сегодня порезать и заморозить. Кто-то меня спросит, а зачем замораживать лимоны? Я вам отвечу так. Не всегда у нас в магазинах продают вот такие красивые лимоны. Это раз. А во-вторых, магазин у нас находится далеко. Поэтому я всегда делаю запасы. Покупаю лимоны, режу их, складываю пакет. Ну и замораживаю. Ну, конечно же, сначала я, девочки, порежу и подготовила здесь вот таких два блюда. Я порежу, сложу на вот эти два блюда. И на вот этих блюдах, девочки, заморожу, а потом замороженные лимоны я просто сыплю в пакет, как-то так. Делаем запасы на зиму. Лимоны к чаю, девочки, к чаю. Буду резать просто вот так колечками. Не знаю, вот это, наверное, отрежу. Хвостик вот этот, он ни к чему. Делаем запасы. Люблю, когда у меня все под рукой. А то иногда лимона нет, а магазин идти далековато. Поэтому лимончики замораживаем. Сейчас я их порежу вот так, кругляшами. Не знаю, за что сегодня хвататься. Хочу уборку в доме сделать. Чеснок надо, девочки, перебирать, сажать. Еще здесь вот так отрежу. Разделить на зубочки чеснок надо. Но лимончики я просто режу вот так напополам. Сразу я буду складывать сюда. Напополам. А потом замороженный лимончик достал, в чаек закинул. И красота, лепота. И красота, лепота. Кто-то может покупать лимоны. Каждый раз выйти в магазин и свежий лимончик купить. Ну, как я уже сказала, у нас магазины находятся далеко. И не всегда мы можем попасть в это магазины, девочки. А вообще по магазинам я хожу редко. Куда-то выезжаю раз в месяц, поэтому делаю какие-то запасы. Ну, вот так как-то вам объяснила, рассказала, вы знаете... Лимон с каким-то тут пятнышком. Как будто что-то его погрызло. Отрежу. Вот так. Лимоны красивые. Но очень дорогие. На рынке, девочки, в этом году что фрукты, что овощи. Глаза на лоб лезут такие цены. Просто кошмар. Лимоны 8 рублей. Помидоры подорожали на рынке уже по 7,5 рублей, девочки. Помидоры обычные. Но мы на ярмарке взяли еще по 3 рубля, по 4 рубля помидорки были. А лимонов не было на ярмарке. Пришлось покупать на рынке по 8 рублей за килограмм. А на килограмм что вышло, девочки? 5 штук всего, видите? 5 штук лимонов. Девочки, режу лимон. Полный рот слюней. Слюнки бегут. Это кошмар. У нас сегодня заморозок был. Вчера минус 3 было. Ой, чуть пальцы не порезал. Вчера было минус 3, сегодня минус 2. Девочки, дело ближется к зиме. Вот этот вот так разрежу. Вот так напечкаем, девочки. И заморозим. Может быть, еще досточку какую-то возьму, потому что на это блюдо у меня... Все не влезет. Это чтобы можно было, девочки, ей потом отколупать все это от блюда. Если в пакет сложить, потом все это не отколупаешь. Ну, вот так. О! Красота, девчонки, красота красотей. Так, сейчас хочу все это порезать. Потом у меня еще лучок здесь лежит. Девочки, купила лук осипка. Надо рассыпать, да просушить его. Потом чеснок разделать. Хочу сегодня еще уборку в доме сделать, девочки. Все повымывать, повыгребать. Ой, не знаю, за что хвататься, добраться. Кончики обрезаю вот эти. От них все равно никакого аромата не будет.
Сейчас порежу. И заброшу в морозильную камеру. Когда все это у меня подмерзнет на вот этих блюдах, я сложу пакет. И вкуснота. Кстати, подсела я, девочки, на чай с лимоном. Обычный чай перестала пить, потому что от него у меня стало подниматься давление, сбиваться сердце. Появились какие-то проблемы. Поэтому завариваю просто чистый лимон кипятком. Добавляю сахарку или ложечку этого меда. И вот такой чай пью. Думала, на килограмм больше лимона получится, но 5 штук всего лишь вышло. Лимоны большие. Сейчас вот так разрежем. И красота. И не надо бегать, девочки, по магазинам каждый раз. Особенно кто живет в деревне, и магазин у вас находится далеко. Вот так, видите, сложила. Сейчас еще возьму досочку одну. Положу на досочку. Сюда все не влезло. Еще 2 лимона у меня здесь осталось. Принесла, друзья, еще досок. Это сейчас отложу. В общем, бегаю с самого утра и не знаю, за что хвататься и браться. Еще купила на ярмарке, знаете что, зеленые помидоры. 2 сетки взяла. По 2 рубля. Надо найти ящик, тоже перебрать, сложить в ящики, чтобы они у нас дозревали. Купила я еще и красных помидоров, ну, таких бурых, тверденьких, чтобы они доспевали тоже. Но взяла еще и зеленых. В этом году мы остались без помидор. Наши помидоры на огороде поела фитофтора, поэтому помидорки мы покупаем. Как-то так. Можно сказать, даже и не наелись их в этом году. Сейчас купила, чтобы сыночка своего накормить витаминками. Яблок килограмм 20, девочки, взяла. Может быть, там и больше, не знаю. Но 20 килограмм просила. А сколько он мне там взвесил? Может быть, 20, может быть, больше. Потом покажу вам. 2 ящика наложила, перебрала тоже яблочки. Сорт Гала. Ох, обалденно вкусные. Очень вкусные, девочки, яблоки сорт Гала. Мы себе саженец купили. Яблоньки такой же, сорт Гала. Попробуем себе вырастить. Вот. Видите, какие лимоны сочные, сколько сока. А слюни так и бегут. Это просто кошмар. Сейчас возьму пару долек вот таких сахарков, съем. Девочки, витамины, витамины. Вот так. Я вот так наполовину, напополам. Потом долечку, 2 долечки в чаек. Но я больше добавляю. Потому что я делаю, девочки, просто чай с лимоном. Дольки 2-3 я добавляю в чашку, ложечку сахарку и вот такой чаек пью. Потому что, как я уже сказала, обычный чай я пить не могу. От него у меня поднимается давление, сбивается сердце. Еще один у меня лимончик остался. Краешки вот эти я обрезаю, хвостики, пупсики вот эти вот, видите, наобрезала здесь. Они ни к чему. Так, нарежем сейчас. Ну, а муж в термос делает обычный чай, пару пакетиков, девочки, лимон туда. Может, меда добавить. Сейчас меда взял. 5 банок 900-граммовых на работе. В счет зарплаты сегодня должны привезти. Должен привезти. Купил. Вот. Запасов наделали на зиму. Девочки, лимоны запасаем. О. Хотя они, конечно же, продаются круглый год в магазинах, но
все равно. Пусть лучше в морозильнике что-то будет, чем когда ничего нет, бегать по магазинам и покупать. Как-то так вам наговорила кучу всего. Кучу всего. Ой, спешу, потому что работы полны-полно. Кушать надо готовить, хочу убраться сегодня. Чеснок надо мне разделать на дольки, подготовить под посадку. Чеснок. Сама еще не завтракала. Стою, слюни пускаю, девочки, лимоны режу. Как-то так. Как-то так. Все, нарезала. Сейчас, ой, все это, девочки, отставлю и вам покажу, сколько понарезала из 5 лимонов. Что ж, друзья, 5 лимонов я порезала, получилось вон сколько их, много. Хватит нам на недельки 2 пить чаек и наслаждаться вкусным чаем, девочки, с лимоном, с ароматом лимона. Но как-то так. Сейчас все это я уношу в морозильную камеру. А потом займусь другими делами домашними. Ну, а я, друзья, лимоны занесла в морозильную камеру, газетку принесла. Сейчас хочу рассыпать лук сего, который я купила. Наверное, тоже уже нужно будет его скоро сажать. Хотя у нас еще передают потепление. Передают еще до 15 градусов тепла. Лучка купила 3 килограмма, девочки. Надо высыпать с пакета. И немножко его просушить. Это лучок, девочки, обычный. Зимний Штутгартер. Лук Штутгартер, или как правильно называется. О, сколько я его купила. Плантацию можно засадить. Лук сажаем мы всегда на зиму. Пакетик уберу. Вот так сейчас лучок расстелю. Хотя он, в принципе, даже и суховат. Можно было и не рассыпать. Но ничего, просыпем, да, просушим. Как-то так. Какой-то гнилой попался. Сразу откину в сторонку. Вот столько лука набрала. 3 килограмма. Каждый год покупаю. По 3 килограмма, в общем, сажаю каждый год. Лука-севка. Лука-севка. Вот так. Лучок красивый. Покупаю всегда его. Вот такой стараюсь покупать помельче, не крупный. Потому что крупный лучок, девочки, уходит весь в стрелку. А мелкий лучок у вас хорошо перезимует в земле и зайдет. Ну вот, вот так. Все, девчонки, показала вам сегодняшнюю свою работу. Не всю, конечно же, сейчас я приволоку еще чеснок. У меня целый ящик чеснока крупного, который я отобрала на посадку. Выберу оттуда еще покрупнее какой-то чесночок. Разделю на зубки. В общем, подготовлю чеснок под посадку. Не знаю, когда мы его будем сажать. Муж сказал, что ходят слухи, что у нас будет до минус 10 градусов мороза. Не знаю, я смотрела погоду, идет потепление, наоборот, плюс 15 днем. Ну, по ночам, конечно же, без заморозков, но до 5-6 градусов тепла. Еще тепло, и, наверное, еще будет у нас бабье лето, как-то так. Все, друзья, на этом я этот видеоролик буду заканчивать. Показала вам, чем я сегодня занимаюсь. Порезала лимончик, заморозила. Сейчас сделаю себе чайку. Хотя, девочки, здесь мне муж наколошкал. О, видите, целую кружку наколошкал. Это у меня и вчерашний здесь лимончик. Сюда добавил свежего. Каждое утро мне делает просто вот такой чаек. Лимон и сахар. Вот так я пью, девочки, сейчас попью. То пересохло в горле, пока с вами болтала. Так, лук рассыпала, лимончик заморозила. На этом буду с вами прощаться и заниматься, друзья, другими своими домашними делами. А вам спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Спасибо всем огромнейшее за подписки. Кто подписывается на мой канал, девочки, огромное-огромное вам всем благодарность.
Впереди вас ждет еще очень-очень много интересного. Сейчас, конечно же, я стала выпускать ролики немножко пореже, потому что, девочки, жду сына с армии, мне нужно приготовить все. Скоро буду печь тортики, готовить какие-то блюда. Конечно же, стол шикарный я делать не буду, но ужином вкусным своего солдата Дембеля, конечно же, я накормлю. Как я буду печь торт, я вам обязательно покажу, девочки. Ну, не знаю дальше, что буду снимать. Конечно, все будет по пути, буду все показывать. Жизнь покажет, чем будем заниматься, что будем делать. Все, друзья, на этом все. Желаю вам хороших осенних денечков, мира, добра и любви, друзья, здоровья. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Всем пока-пока, всем добра. Все. Пока-пока, до новых встреч на моем канале.